В данном видео вы услышите следующее. Президент Грузии поговорила с Зеленским и заявила о солидарности с Украиной. А также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, для нас это очень важно. Ну и что, приступим. Президент Грузии Саум Зурабашвили провела телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом Зурабашвили написал в своем официальном твиттере. Поговорила с президентом Зеленским и подтвердила полную солидарность Грузии с народом Украины. В эти трагические для Украины и для всей Европы времена президент Зеленский является образцовым лидером. Вся Грузия стоит рядом с Украиной, написала Саум Зурабашвили.